Два золота, три серебра, одна бронза. Неплохой медальный улов принес ярославским спортсменам всероссийский студенческий турнир по кудо. Состязания на Кубок мэра проводятся в 14-й раз. В этом году они прошли под эгидой большого юбилея. Ярославскому отделению Федерации кудо исполняется 20 лет. Само движение, основанное в Токио почти 35 лет назад, начало путь по России с Владивостока. За это время тренировочные базы в стране появились почти во всех регионах. И наша область среди них занимает лидирующие позиции. Ярославская федерация самая большая, свыше 3000 спортсменов. Они работают в тесной связке с силовыми структурами и даже снимаются в кино. Задача одна – выигрывать, показывать лучшие результаты высшего спортивного мастерства, делать хороших спортсменов, хороших мужчин в самом правильном и лучшем смысле этого слова. Вот. Ну, то, что касается женской стороны кудо, здесь особое отношение. Их тоже достаточно много. Я уверен, что они тоже себя проявят, как проявили две наши спортсменки, которые заняли первое и второе место на первенстве мира в прошлом году.